Здорово, дружище! Today we're gonna cook some shit, как говорится, welcome to my kitchen beach. Я надеюсь, телефон не упадет, потому что если вы увидите конструкцию, на которой он сейчас стоит, вы охереете просто. Да, готовка возвращается спустя какое время. Думаю, прошаренные олды знают, что у меня есть такая готовка. Выпущено всего лишь 5 частей. Первая часть самая отстойная, потому что там я готовил блины, получилось какой-то целый оладушек нахер. Это я такой, нихера себе, нужно исправляться. Я знаю, что я писал в ТГ-канале, что я это уже приготовил. Ну, я хочу это сделать на видео, потому что я хочу... Как вы оцените мой скилл готовки? Может, сейчас еще лучше получится, ну или ради контента получится все говно. Я сожгу кухню к херам собачьим. Ну да ладно. Сегодня мы готовим пасту карбонару. Сварим макароны и сделаем этот соус. Ну, вы думаете, что я буду так просто делать все это? Смотрите, что есть! Блять. Блять. Я просто все еще болею. Я умудрился заболеть в конце мая. Дэм! И за что я это видео записываю сразу после перезагрузки? Потому что... Да! По мне тут слишком дохера грязной посуды. А у меня... Нету большой кастрюли макарон. Соответственно, я в дерьме. Классно, вся посуда в посудомойке. И мне осталось только отмыть вот это чудо от тех прошлой... А той просто карбонары, которую я готовил вчера. Но пока она нам не пригодится, ай, палец. Пока ее замочим. Сейчас нам нужно вот это. Нам нужны, тут по рецепту написаны сливки, но сливок у меня нету. Я лично. Надеюсь, нормально видно. Надеюсь. Слоган моей жизни. Нам нужно молоко, вот это, крем-соус, да, и нам нужен бекон. Он у меня имеется. Не реклама, окей? Как же я выгляжу страшно. Сковородка, где она? Опа. Ставим. Почему я звучу будто реально в каком-то шоу, где я там что-то готовлю? Если какой-нибудь гений додумается готовить по моим рецептам, не советую. Ну, слушайте, если ходить как банару, то... Шучу! Не готовьте! Не готовьте по моим видео. Добавляем. Маслица. Надеюсь, это немного, а то я умру от чего-нибудь. YouTube это шутка, не нужно давать мне 18+, типа, там, суицидальные наклонности, вся фигня, нет, у меня нет суицидальной наклонности, я здоровый человек в этом плане. Я серьезно. YouTube. Какая же. Так. А? 200 градусов, ты что, сумасшедший? Давай 160 хотя бы. Ну, сначала нам нужно пожарить, точнее, положить бекон. И потом уже добавить... О, надо и... Я умный, конечно, я уже забыл рецепт. Короче, нам нужна кружка. Да. Налили сначала туда молоко. А он треснутый. Это рубрика АСМР. Мне в глаза, блядь, попало. Херачим сюда все приправу. Захерачим. Первую ложку. Золотую шучу, лучше поменьше взять. И размешиваем вот это чудо. Чувствуешь какой-то сраной ведьмой. Бекон имеется. Жарится.
Ух, ебать. Тихо, тихо, тихо. Походу шутки тушать осталось гуку и уже не шутки. Наливаем. Так, видно вообще? Вот. Ну, молоко можно, в принципе, уже убирать. Почему это выйдет так, будто кто-то сюда блеванул? Ой, блядь. Хук не разлил. Ну, пахнет вкусно. Ладно, все это чудо надо размешивать. Вот так вот просто херачим. А ну-ка. Пока все точно так же, как я их делал вчера. Я понимаю, что нет в этом смысла, если я это делал до видео, но... Блядь. Но все равно. Интересно же. Вам интересно? Надеюсь, что да. Все. Вроде как мы довели до кипения всю эту парашу. Там выяснилось, что надо довести до кипения после добавки этого соуса. И там 2 минуты помешивать. Мне кажется, я уже переборщил с 2 минутами, но все равно получилось вкусно. Это мы сюда пока откладываем. Я утопил ложку в соусе. Какой я мало. Ай, блядь! Там ложка спасена. Я всю кухню засрал. Фак. В общем, я тут... У меня сейчас вот это... Конструкция упадет просто нахер. Тига, не надо. Мне телефон еще нужен. Потому что я еще пока не работаю. Я при загрузке говорил, что я устроился работы. Но не говорил, куда. Я пойду работать в Макдак. Но это самая банальная вещь, но... I don't fucking care, bro. Это жалкая пародия на Bad Moms and Dark Play. Заткнись. Так вот, что за идея-то? Да, я сделал все так, точно так же, но мне сейчас плохо станет. Я этот соус добавил к макаронам, то есть я сварил макароны, туда уже соус свалил, и по факту там соуса даже не чувствовалось. Я придумал другое. Я сварю макароны и еще раз пожарю только уже вместе вот с этим чудом. И думаю, там уже будет чувствоваться. Так что, я беру кастрюлю поменьше. И варю какое-нибудь количество макарон. Херачим. Да, блядь. Все в говне, вот. Все в говне, ну как так можно? Ну что это такое? Ну что это за безобразие? Все в говне. Ну просто, ну вот все в говне, ну что это такое? Ну вообще, вопрос, ну что это за безобразие? Интересно, все это выпить. Вкусно. Блять. Так, а где макароны? Они вообще есть, блядь? Вот это будет просто... А, ну конечно, ну куда они денутся? Ну конечно. Я не могу, соус очень вкусный. Это самое... Быстро на канал подписываемся, ставим лайки, на колокольчик нажимаем, вся фигня, потому что это новое начало Дарк-плея. Все будет точно так же, но в лучшем качестве, я думаю, потому что я как посмотрел, как я монтировал перезагрузку данного, то мне, в принципе, зашло монтаж. И думаю, если сравнивать то, что было до перезагрузки, хотя я не знаю, считать ли БЗП... Давайте, короче, все, что было до БЗП... Такой себе. Признаемся честно. А Су 21 год, 22, это вообще... Так что мне, в принципе, нравится, что довольно все становится лучше. Я улучшаюсь в качестве. Но что не меняется, это мой внешний вид этой футболки. Эта футболка, блядь, старше, чем я. Что я выстрел. Да, я нахожусь... Те, кто смотрели БЗП, поймут,
чья это кофта. Да, Darkplay, ты молодец, ты похоронил персонажа и еще носишь его кофту. Да. Приоритеты. И долго ты вариться будешь, вода сраная? Ой, чё. Я считаю, что в этой рубрике надо с вами больше разговаривать, потому что я не помню. Блин, что ж такое? Я болею, не можно. Так вот, я считаю, что в этой рубрике надо больше с вами разговаривать, потому что и сравниваю тут же 21 год, и там такое безэмоциональное чмо просто. Это просто, я когда смотрю, только, блядь, а прическа? Это пиздец, блядь, это снится в кошмарах. И что бы еще вам сказать? А, кто не подписан на мой телеграм-канал, быстро подписались, просто быстро, блядь! Телеграм-канал, я вас покараю, я к вам приеду домой и носу ваши тапки. Шучу. Воды маловато, блять. Надо было другую ложку взять, я дебил. Пофиг. Получилось это вот как-то вот так вот. Вот. Конечно, самокараны немножко прибыл, я слишком много тебе положил, но думаю, я соус нормально так размешал. Так что посмотрим, насколько это вкусно будет. Я знаю, что моя рожа очень страшная, я не брился уже, наверное, 2 недели, может даже больше. Хэштег лень. Вырубайся. Выглядит это вот как-то вот так вот. Эть. Ну и нормально. Пахнет ничего так. Лайки ставим, подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать. Не пропустить следующие видео. Я пока не знаю, какой график видео будет. Я придумаю. Я пока все еще в раздумьях. Всем удачи, всем пока!